Стабилизировался, дыхание в норме, амилазы и триглицериды снижаются. По-моему, работает. Невероятно. Это рак. Это не рак. Анализы показывают, что пациентке лучше, но ей станет хуже. А потом она умрет. Принес тайской еды. Что вы заметили? Ничего, это не рак. Ни один анализ его не подтверждает. И не подтверждал с самого начала. Но лечение подтверждает рак. Лечение предполагает рак, но это не рак. Это был ваш диагноз. Никогда не считал, что это рак. Но вы лечили от рака? Я думал, у нее нечто, ведущее себя как рак. Тогда, может, оно и лечится как рак. Так и есть, потому что это рак. Нужно найти нечто, что ходит, свистит и даже на вкус как рак. Но не рак. Нет, не нужно. Ей лучше. Кого волнует почему? Меня волнует. И Тетриса тоже. Кого? Мертвого трубача. Тибальта. Важно то, что он умер последним. Но он умер. Это значит, она тоже умрет. Тибальта не лечили от рака? Есть лекарство от рака, которым неофициально лечат артрит. В карте нет записей об артрите. Ты спросил у всех его учеников? Он бы не мог играть болью в суставах рук. Значит, болели не руки. Тогда при чем тут его ученики? Один из них, канадец, возил ему метротексат. Так он мог скрывать свой артрит. На страховку денег не было, и эта информация стоила мне $700. Добавлю с накруткой в счет пациента. Это какая-то чушь. Знаю. Она умрет, если мы не найдем рак, который не рак. Чего-то не хватает.